И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик, соревнования мальчики против девочек. С вами Трубоёжик, Дима и Настенька. Всем привет! Стоит тут попа, и сейчас мы ее в стрелу загоним туда. Стрелу загоним ей в попку. Где она там? Диму тоже надо застрелить, что он здесь лазит? У меня и так одна жизнь. Заберем его сет. А ну иди сюда, скотина. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Убежал. Ой. Ах ты гад. Я думал, ты дверь закрыл. Соберем-ка я твои вещи. О, смотри там сколько всего. Вот гори зомби. Забирай, забирай, я ничего не взял. Оказывается, через верх. Мне все равно пол хп было. Ну вот видишь, я тебе даже помог. Ай! Провалился. Так, ладно, все, начинаю строить свой дом. Так, какой бы домик сделать? Как? Давайте попробуем сделать дом в виде каменного корабля. Каменный корабль. Я его так назову. Смотрите, у него какой уже. Че? Я смотрю на его дом. А, Дима? А ты еще не хотела его с ним замуж выходить? Нет. Зачем? Зато. Если у него красивый дом, это еще ничего не значит. Это значит все. Вы девушки падки на русском. То, что я работаю и деньги зарабатываю, это ничего не значит. Миллион, не. Теперь... Тишина. Тишина и только. И в тишине слышно заткнись. Ай. Да я шучу, в принципе. Тебе не нужно заткаться. Эй, чё это я? Ай! Я тебя ненавижу, Настюшка. Шприцвушка. Ну, вы уже, наверное, догадались, какой я дом буду строить, дорогие друзья. Да. Ну, кое-кто догадался, кое-кто как Настя. Почему сразу? Настя. Блин, достал ты скелет меня уже. Ну, не слушай, Дима, слушай, слушай. Дима обижается, когда его критикуют. Нет. Ты тоже обижаешься. Ты не обижаешься. Настюшка, шприц. Ушка! Я на самом деле крайне необычный дом хочу построить. О, я придумал, что надо сделать. Надо здесь закрыть. Ну как крайне необычный? Просто необычный дом. Пусть здесь будет просто один вход. Эх. Водичку. Надо водичку вытравить. Блин, надо было землю накопать. Ладно, песочком вытравим. Хотя можно его и оставить было. Он даже смотрелся более прикольно. Так, а вот здесь я сделаю вот так. Вот здесь будет дверь. Так, еще один уровень дома. Замечательно. Слышал? Конечно. Смотрите, девочки отстают. Настя, как представитель всех девчонок в Майнкрафте, заметно проигрывает, что Диме и что даже мне уже. Хотя я не очень так развился. Сколько раз умирал, блин. За первые две серии. Так. Как я тут хотел? А, я хотел лесенкой. Вот, всё. Так, надо еще один уровень. Наконец-то я пришла из шахты. Ваш зомби плывет ко мне, обходя ваши дома, идет именно ко мне. Потому что у тебя дом кто-нибудь не кто-нибудь, выручите меня. Нет. Как мы тебя выручим?
Мне уголь нужен. А, уголь, у меня 35 есть, я тебе могу половину дать. Ты, пожалуйста. Ну, заходи. Из-за тебя начал неправильно строить. Там и зомби. О! Но. У меня... Я что-то сейчас нашел, я что-то нашел. Спасибо. Пожалуйста. Там зомби. Угу. Он еще и гореть не будет, пока воду с воды не вылезет. Приколись. А, я его сейчас убью. Стрелой. Привет, зомби. Хочешь на чай ко мне зайти? А, у меня же лук есть, которым я вас... У меня тоже есть, у меня тоже есть лук. Он залез ко мне домой. Только вот там мало этих осталось. Получай, на, еще последний, третий раз, на. Убил зомби. Это уже. Так. Теперь строительство домика. Давно пора. А то опозорило всех девчонок Майнкрафта. Но? М? Мне нужен камень. Большое количество. Не дам, даже не мечтаю. О, черт! Мне нужен песок в огромном, миллиардном количестве практически. Мне тоже для стекол нужен песок. Я тут коровку еще заприметил. О, кстати, оставь ее, я ее это доить буду. Доить? Ну, Дима ее убьет, как вернется. Да, Димчи. Ну ты можешь ее пшеницей, вон, у Димы спизди пшеницу и... Да, конечно. Потом отдашь, в смысле. Че там? Да че вам трудно посадить пшеницу, да ё моё, легко. Ой. Я не умею как... Я не умею садить шпиницу, да? Че ты там хотел сказать? Что, не умеете садить в коноплю, что ли? Да ё-моё. Нет, я не умею, честно. Ой, я тут барашков нашел. Познакомься. Скажи, здрасте, барашки. Я Дима. Дайте номер телефончик. Созвонимся на днях, встретимся. Так. Поселить. Да лучше ферму коров сделать, чем их убивать. Ну да, лучше, да. Песка мало. Или молоко. Чем тебе молоко вообще? Просто. Что-то с помощью. Блин, опять шахта, прикинь. А. Что-то с помощью него собираешься крафтить. Ничего, попить. Ничего. Молоко. Хотя я в реальной жизни ненавижу молоко. Оно полезно меня для тошнит. Легких, кстати. Меня тошнит от него. Я ем творожное, там сметану, все такое. Да. Еще бы ты сметанку не лопал. Йогурт. Губа не дура. А кто же не... А то. Вся в тебя. Ну да, вы же муж и жена, от нас отца. Ты чего? Практически. Нет. Когда свадьба? Отстань. Отстань. Не надо было на нем жениться, отстань. Я не женил. Я его... Пипец. Заигрывает постоянно. Чей бы остров загрифилить в поисках песочек? Настюшкин? А, там крикер, нет, кстати, у тебя, Настя. В доме? Ну, почти рядом. Нет, это у меня. Это хорошо. Чё хорошего? Бедняжку сейчас убьют. Да. О, он ко мне поплыл. Он же в воде не взрывается? Он не знает, кого выбрать. Взрывается, по-моему. Взорвался уже. Молодец какой. Так. Что-то мне нужно. Так, было. Мне нужен камень. Вот что. А, печки мои, печки. Сколько у меня камня? Странно, что меня никто не украл из печек. Алмазы? Да нет, железо. Алмазы в печках не бывает. А у Насти бывают. Надо же. Кстати, зря я тебе уголь дал, теперь он мне самому нужен. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Буду рыть. Добрый. Здесь.
Я никогда не был добрым, не надо себя обманывать. Добрый. Йо. Йо. Вот именно. Йо, не ёжик. Да. Я вижу твой ник. У меня кирка закончила. Добудь уголь. Я добыла немножко там было. Ну чё ты не прыгаешь? Так, всё ясно. Чё заработал ты? Хлеб насущный. Ну вот видишь, играть надо. Что? Он посадил канапу. Эй! Чё ты орёшь? Я думала, возле моего... Я откопал котлован у неё рядом с ней. Так, вот тут вот не копать, прошу я. А чё будет? Я вас прошу. Она... Я не тебе говорю, господи. Господи. Где-то я угольки видел. Надо их еще найти, блин. А, вот уголь. Где, да? Да, я нашел уже. Я тут месторождение пропускал. Ой. Их тут, к сожалению, не очень много. Жаль, у меня нету алмазной кирки за очарованием на удачу. Да. Было бы неплохо. Было ну бы ничего, иначе. Скоро у нас достроится дом, и мы определим победителей. Ой, у меня 12 костей. Прикольно. Молодечек. У меня всего лишь 13. Ну, что на один больше, чем твой. Оу. Ну что? А у этого, наверное, вообще ни одной кости нет. Не у этого, а у Дмитрия Владимировича. Я уже кости уже истратил. Он уже сажал коноплю. Блять. Чё ты там с киркой стоишь, а? Ты это мне? Да, я тебя вижу в дверце своей. Привет, ты меня видишь? Не стреляй, плиз. Я воткнул. Я тебе сказала. Сейчас в глазик. У меня тоже есть лук. Открой глазик. Мы стрелы. Открой глазик. И стрелы много. Моргни глазом. Мяу. Надо забрать блядь, стрелы. Здравствуйте. Что у вас тут интересного? Здравствуйте. Хотите, хотите чаек попить? Откуда у тебя пластинки? Эй. Я же сказал, я этот спавнер пауков нашла. Ой, пауков, скелетов. Ну скрафти проигрыватель тогда. Он, я не помню, как он... Он из алмазов, по-моему, крафтится. Ой, да, что-то там такое. Там алмазы нужно. По-любому. И 8 досок. И 8 досок. И алмаз, да. Музычку послушаем. Так, давайте еще один уровень сделаем по-быстрому, пока жарится. Ой, не так. Так, последнее железо. Я слышу твоего брата. Че он постоянно орет? Он по телефону болтает. Иди отсюда, блин, придурок. Любимый братик. Вот и нелюбимый братик. А не, он его ненавидит практически. Да придурок он. Понял. Он слышит это? Да, наверное. Они нет, ругают. Он не слышит. А если бы слышал, он бы тебе... Они постоянно еще и дерутся, представь себе. Дима, а кто побеждает? Щипается, кстати, девчонка. Нет. Ты его поборешь? Да нет, конечно. Да он дурак. Он старший? Да, 27 ему. Ого, старичок. Теперь я сделаю крышу. Подождите, это белые доски? А, не, подождите. Мне нужно... Мне нужны березовые доски. У кого есть? У меня нету. Рыбак у нас завелся. Он еще что, рыбачить умеет? Он уже рыбачит. Нет, я тоже умею рыбачить. Ну, жрачка-то нужна. А я коров сразу поубивал, и все нормально. Да лучше первым. У меня до сих пор, прикиньте, у меня до сих пор хлебушки, которые я взяла в сундуке. Просто ты забыла, что их нужно жрать. Вот черная корова здесь живая. Вот как... Нет, я... Да лучше ферму животных делать. Зачем их убивать? Чтобы сделать ферму, нужно украсть у тебя пшеницу. Чтобы посадить пшеницу, посади этот коноплю. Смотри, неплохую крышу он замутил. Ай, да уж.
Не говорите-ка. Ну, хотя сейчас у меня тоже будет хорошая крыша. А что ты еще посадил? Что это за конопляшки? Дим. Что? Что это за конопляшки? Ты не знаешь, что такое? Ну да, я выбью, посмотрю. Можно? Ну, выбью. Он исчезнет. Лучше скажи. Да не исчезнет он. Может исчезнет. Вот, смотри. Сейчас покажу. Исчез. Сейчас покажу тебе. Название скажи и все. Нет, ты просто удивишься и все. А что это? Тыква или этот? Или арбуз? Арбуз. Арбуз, да. Скорее всего, тыква. Арбуз не выпадает, если его сломать. Тыква. Смотри. Тоже, когда маленькая. А, тыковки. Арбуз. Тыква? Да. Просто арбузы тоже не выпадают, если их сломать. Не знаю, что за... Ну, тыквенные пироги уж делать. Только тростник нужен и яйца нужны. Яйца можешь забрать у Насти. Походу мы поняли. Она суровая девчонка с яйцами. Так. Крыша, крыша, крыша дома твоего. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ай. Певец хренов. А ну заткнулась. Она меня назвала хреновым. Да, это что за обижаться-то сразу? Надо забанить ее на канале. А ты не знаешь, как он называется? Да, я знаю, там комментарий какой-то оставляла, типа, что ты меня озвучил, бла-бла-бла. А, ты читал? Не по Вике Апельсинчик, что ли? Не помню. Один он запомнил. Она поменяла название. Да. У меня, я теперь... Ты была Настя Channel или как-то так? Настя Майн.ченел. Да. Взяла, поменял. Я тебя даже не узнал. Еще что-то там выпендривается, там. Что-то меня написал, бла-бла-бла. Озвучил, точнее. Хочу, я озвучиваю, хочу, нет. Ну, потому что я сообщение случайно написал, я с другом. А вот нехер было надо случайно писать мне сообщение. Пиши не случайно. Так. Строительство дома идет. Я упала, блин. Походу Дима победит, блин. Ну это определяют подписчики, так что что нам тут в комментариях напишут. И за кого больше комментариев, там за Диму, за Настю, за Ёжика. И да, за меня не будет, вообще не будет. Что за хрень ты строишь там, девочка? Это вообще даже смотреть не ужасно. Не смотри. Я же говорю. Нет, я так простенько построила. Да не надо простенько, ты вот что делала целый час, мы тут больше полтора часа уже играем. Я в шахте была. И давай строй теперь. Я строю. Это не отмазка от армии, в шахте она была. Это стройбат, детка. Здесь надо либо строить, либо не строить. Она выбрала не строить. Конечно. Настюшка. Фентиклю. Харе. Шприц. Харе, мальчики. Ты понимаешь, что все девочки Майнкрафта, смотря на тебя, скажут, фу, ты опозорила нас, бла-бла-бла. И так тебе девочки Майнкрафта, тут вообще твои подписчики девочки играют в Майнкрафт. Ой, рыба-клоун, вообще, да, нафиг она нужна, да? У меня почти половина девчонок на канале. Половина подписчиков девчонки. Да. Кто знает, что за рыба клоун, а съешь, приколись. А, клоун, она, я знаю, она отравляет, по-моему. Ты, короче, будешь контужен. Нет, это рыба фугу. Нет, это рыба фугу отравляет. А, клоун обычный, да, по-моему. Фугу, кстати. Фугу, я вспомнил, да. Я думал, я попутала. Вспоминашка. Нет, я про рыба клоун, что она вообще дает? Попробуй сожрать, да, что-то дает, ничего. Наверное. Вот рыба фугу, она для зелья, да. Это, подводного этого. Чтоб под водой дышать. Ой, киси умный. От нее это вообще так. Смотрите, какой треугольник. Я съел, она ничего не дала. Ну, значит, и не дала. Еще бы она дала. Давалка. Сейчас так, ребят, добудьте песок. Для батеньки. Бать, сам добудь. Бать, сам добудь. Батька. Настюшка, шприц. Пушка.
каждые 5 минут. Настюшка. Шприц. Ушка. Так, наверху. Нет, не наверху. Вот здесь я скоро нас... это чокнусь с этим. Настюська. Шприц. Уська. Так, что-то я хотел замутить. А, я хотел лестницы. Точно. А я хочу сделать... не знаю. Что-то кто там взорвался? Кто-то взорвался. Да, блин, Крики. А? Крикер. Дим, тебя убили? Нет. Я слышал, жаль. Рядом взрыв был. Ну, возле это меня взорвался. О, он раскопал его домик. Ужас. Ужас. Дима, давай работай ручками. Да, это не проблема. А, зря я здесь создал, конечно. Зря я такую хрень построила, конечно. Да тут криперов целая куча. Блин. Вон три крипера там совещаются. Как бы Димин домик взорвать. Поэтому я на воде сделал. Чувак. Что у тебя за хрень? А, ну более-менее начинает прессоваться. Давай быстрее, работай. Я хочу посмотреть на тех криперов, что сзади. В лесу гуляют. Они, кстати, у тебя криперов много слишком. Они все к твоему дому идут. Из зомби. Нет. К его дому. Я вижу. Дим, к тебе крипер сзади. Нет, да. Тут. Посмотри, около воды. Да. А, вижу. Да. Мне нужны факела. Всем плевать. Тут так, надо... окей, мне нужно сделать броню, чтобы я была крутая девочка. Надо поспать, у меня, кстати, кровать же есть. Да ладно, где-то овцу ты убил. А у тебя есть еще шерсть? Одна шерсть есть, да. А ты дашь ей? Да берите, она мне не нужна. Одна шерсть? Нафиг ей одна, три давай, ищи еще две. Нет у меня, ну у меня еще две нити есть. У меня нитей тоже много. Ну так скрафти проблем-то. Все, я красавица теперь. Так. Че ты, нос исправила? Какой нос, ты о чем? Пластическую операцию сделала. Блин, поломала дырка. Так. Я строю, если вы не догадались, не смотрели мое видео, суперэффективный дом. Все знают. Не все знают. Новые подписчики не знают. Вот. Ну, да. Так, мне нужны факела. Кто поделится факелами? Чур, не я. Не дам, мне 25. Меня самому мало. Ну ладно, у меня есть. Иди добывай. Да у меня есть. Ты добудь не песок, мне песок нужен и стекло. Мне тоже нужен песок. Мне тоже нужен песок. Мне нужно гораздо нужнее. Видишь, у меня вся крыша стеклянная. Угу. И как ты думаешь, кому нужнее, тебе или мне? Мне нужнее все-таки. Чем? Настюшка, шприц. Ушка. Мяу. О, прикольно. Чего? Мяукай чаще, мне нравится. Ой. Фыр-фыр. Фыр-фырка. Мне совсем чуть-чуть песка. Ну как чуть-чуть, довольно прилично не хватило, конечно. Эй. Е-ху-ху! Чё за фигня? Пошел. Господи, я не могу смотреть на это уродство. Господи, закопайте меня кто-нибудь. На какое? Что вот ты там увидел? Мне дом свой не нравится, я хочу его исправить. На простую, ну не на простую коробку, а просто, чтобы был ровный он.
состоянии у тебя не получится, не парься. Получится. У тебя страшный, да. Ужасный дом. Я знаю. Даже у Димы чуть-чуть лучше. Ой, все, пришел. Нафиг, меня все бесит. Я сейчас буду все исправлять. Твой дом бесит? Да, я сейчас исправлять все буду. Когда утро будет. Даже зомби будут мыши. А хотя, не знаю даже. Ну ок. Все, гриферю свой дом. Пополню. Я тебе помогу. Нет, не надо. Заберу я все сама. Ресурсы. Не надо, плиз. Плиз? Плиз, скажи. Сыр. Плизма. Чиз. Чиз. Give my toy house, but... Что ты сказал? Battlefield. Battlefield 3. Сам 3. Знаешь, что значит по-английски 3? 1, 2, 3. Нет, 3. 3. Нет, слово 3. Что значит по-английски? Это значит дерево. 3, типа. Короче, fly. Тебе говорят 3. Ты говори true. True, в смысле я натираю true. Нет. Тебя не так. Поймут англичане. Раскопаю-ка я песочек вот здесь еще. Я не люблю англичан, ненавижу. Они тебя тоже. Они, mm-hmm. Каждый из них ко мне подходил и говорил, я ненавижу Настю. 7 миллиона mm-hmm. англичан. Mm-hmm. Еще Диму mm-hmm. тоже не любят. Потому что он муж Насти. Нет, это ничего подобного. Нет, ничего подобного. Зачем я повторял? Ты что, повторишь по дяде Хрюшке, что ли? Кто затопил мою шахту? Дима, скажи. Да чё я, не я это, я вообще тут работаю. Всю шахту затопил. Какой, чё ты врёшь-то? Не я это. Ой, еще и тут скелет заспавнился. Алло. Чё, алло, конечно. Зачем топило мою шахту? Это не я. Блин, опять дождик. Ну или я сам затопил. Дождь идет на улице, за окном туман. Я вообще ненавижу дождь. На душе так тяжко мне, в голове дурман. А дурман не от вина. От любви к тебе. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это не к тебе. Не, я просто смеюсь, как ты поешь. Я великолепно пою. Опять дождик. Басков отдыхает, когда я пою. Не умничай. В прямом смысле этого слова. Он в отпуск уходит и отдыхает. Говорит, застрелите меня. Give me, please, убейте. Help. Я в отпуск, я не могу это слушать. Сос. Ну и крышу я сделаю вот такой. А, нет, тихо, тихо, тихо. Чё ты там тихукаешь? Растихукалась. Размяукалась она. Мяукалка. Интересно, что у меня в сундуке? На, ни хрена. Слушай, Снопдог, мне нужны семена тыквы. Гони сюда. А взамен чё? Взамен? Ну ладно, не нужно уже. Перебьюсь. Да по-любому ты взял, стащил. Нет. Я не тащил тыкву, вон подписчики подтвердят. Не, серьезно, взял что ли? Вон же нету ее, что ты врешь? Да она была вот здесь вот. Да там ничего не было, чувак, ты че? Какая там тыква? Я тебе говорю честное слово. Если бы там тыква была, я бы заметил. Бла-бла-бла. Вкусная, наверное, тыковка была. Ты, кстати, хотел тебе вопрос задать. Ты любишь тыквенную кашу? Я не пробовал. Я пробовал, она еще вкусно, с сахаром, с изюмом вообще. Я не верю. Опа, не с липницем.
Сейчас у тебя жопа слипнется. Как вы любите друг друга. Они так рады. Мой дом упрется прямо в Димин практически. Ну, почти. Представляешь, Настя, у Димы пропала тыква. Он говорит, что это ты. Ты правда его тыкву скоммуниздила? Делать нечего. Он теперь так. Без тыквы страдает. Где моя тыква? Сопли пускает. А, я спать хочу. А мне завтра в школу, по-моему. А я завтра отдыхаю. Бухает, наверное, небось. Алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Никто не хочет работать. Что-то маленький, какой-то домик у нее плюшка какой-то. У нее? Ну. Ты чё лазишь в её домики? Да я издалека её вижу. Грифери, это твой дом, Настя. Да не, серьезно, у нее какой-то маленький домик, плюшка, короче. Да? Не знаю. Пока она еще не достроила. По-моему, она никогда не достроит. Это ее тактика, знаешь. Я типа не достроил, а то бы я вас всех нагнул, а бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, Настя? А что, она молчит? Она обиделась. По-моему, она отключилась просто. Нет. Ну, обиделась же. На тебя, Дим? Наверное. Скорее всего. У меня фэшн-вход. О, прикольно. Как корабль. Титаник еще можно построить. Можно. Ну, другой вопрос, нужно ли? Мобильные аппараты. Все, я достроил дом. Я достроил, да. Я еще нет. Так что жди. Мне нужно заборчики понасоздавать. Бесплатный Wi-Fi. Где? Ты к моему, что ли, подключилась опять? Не надо подключаться к моему Wi-Fi. Ворот. Так тебе и надо. Как ты там говоришь, так тебе и надо. Я говорю? Да. Нет, так мне не надо. У меня тут что... лоджа будет вообще, все цивильно, как у людей, не то что вы бомжары. Так тебе и надо. Бомжары. Бомж Интертеймент представляет новый домик от ёжика. Бомжары Интертеймент и его друзья. Мне нужна этот земля, ребят. У меня нету. Сейчас я твой огородик тогда вскопаю. Нифига себе, тут полно деревьев, да, еще и говоришь. А что ты вокруг раскопал? Хочешь лавой залить? Дима. А, ну что тебе? Что ты вокруг дома там раскопался? Ну подожди, я там еще буду эти делать. Ну, плитки эти. А, железную дорогу расхерачил. Ребят, только никому не говорите. Чего? Он ушел вон. Никому не говорит, что он там делает. Что он там гриферит? Это секрет. Сейчас я тебя убью и посмотрю на вещи. Ты что у меня из сундука украл? Да ничего я не крал, заколебал. Ага, конечно, так тебе поверь. Ну-ка, ребят, расскажите, что он там украл из сундука. А, они же не видели. Вот так я сделаю брутально. Чужой вход.
Воровки. Воровка хренова. Зимка. Ну, у меня есть лава специально для тебя. Да хорош уже. Так нечестно играть. Затоплю нафиг. Будешь тогда смеяться. Хи-хи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. А, стоп эндра, здесь нужно достроить. Настя. Чё ты молчишь? Обиделась? Нет. Обижайка хреново. Постоянно она обижается, обижается. То на меня, то на Димыча, то на кого-то еще. То на Петросяна. Чё ты взял? Петросяна, убил, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Он алмаз нашел. Да это врет Майнкрафт. А как ты нашел алмаз? Охренешь ты? Шахтер хренов. Давайте его коллективно забаним. Давайте коллективно сделаем этот проект. Ну, и будем музыку слушать. Сделаем? Нет. А? Нет. Нет. Почему нет? Один алмаз всего лишь нужен. А, этот, что ли, проигрыватель? О, да. Так бы и сказал, что за проект. Проект. Я случайно запутал. Проигрыватель, да. Мне не хватает земли. У меня есть как раз пластинки. У тебя сейчас домика не будет, я начинаю грифелить. Да ты жестокий, кажется, человек. Мне нужна земля, чуваки. Гремит. Гремит. Гасят там молнии. Настя очень боится молний. Да, Настю? Помнишь, я в тот раз? Другие подписчики, только никому не говорить. Чё ты там делаешь? Ничего, просто землю копаю. Возле моего дома, офигеть. Ну, тут скала. Чей земли, что ли, мало в Майнкрафте? Да, мало. Это единственная близкая ко мне земля. Копай под водой. Нет. Почему нет? Я лучше придумал за грифель. Да. Огородики твои. Я тебе, наоборот, выровнял. Тут все красиво сделал. Ты, наверное, все и сейчас изуродуешь мне. Ну, пока нет. Но может быть в будущем. Рядом Энди. Какой нахрен Энди? Настю, что ли? Эндермен. Энди. С каких пор он Энди? Ну, сокращенный Эндермен уж. Эндерменыч. Я забыл воду взять. Вообще, у меня идеальный домик практически получился. Ну, идеальный расчет длины и ширины. Как раз на длину растекания воды. Теперь ставим тут верстак. И крафтим кирку. Ой, мотыгу. А, кстати, мне нужна еще пшеница. А я знаю, где ее взять. Дима, Дима, Димочка, какой хороший человек. Сколько пшеницы, Дима. И он такой щедрый. Позволяет всем брать его пшеницу. Мой суперэффективный дом развивается. А на верстак можно поставить факел? Да, можно. А, отлично. А что ты молчала? Мушка. Что ты молчишь? У тебя родители дома будут? Нет. Не ругаться. Я ем. Я ах ты! Да она что-то так жрет что-то. Обжорка. Ха-ха-ха.
Жрет, вот трескает. Я тут голодный, жду, пока серию досниму, чтобы поесть, и она жрет. Обзоре. Настя. Обзоре. Хоть бы сказал. Эндермен блок своровал. Алмазный. Так это шо? Это шо Эндермен? Чё ты думал? Он думал, что хотел. Подарит блок. Всё, я сделала домик. О, классно, он мне жемчуг Эндера подарил. Он не подарил, а ты его убил. Твой дом сторожит зомби. Он стоит около твоего дома. Чей? Как этот сторож. Да, его. Не его, а Дима. Чё за привычка его? Дима, дорогой мой, любимый, твой дом сторожит этот Эндермен. Ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла. О, лазуритик. Угадай, что я ем. Говно какое-нибудь. Дурак. Больной? Нет. Чё ты жрёшь-то? Угадаешь. Хлеб с маслом. Ой, вон он плавает там. Картошка. Картошка плавает? Или говно плавает? Вон говно плавает в этой воде, ой, там ой, что-то строит. Ой, лунная, она на меня показывать, небось. Естественно. Жрёт тут говняшку и ещё на что-то меня. Я всё построила, так что я не буду никакие фермы делать. Ну ещё бы. Вот, посмотрите, у неё неплохой домик. Дима, она тебя обгоняет, может быть. Это возможно. У меня так. Стёклышки, мне стёкла свои нравятся. Так, мне Ладно. Нужно много травы. Ну, не курить, а просто. Ты делаешь намёки. Всё, у меня на полу теперь стёкла есть. Вот. Я крутая. Хоть у меня и говно сначала получилось, но может, я всё исправлю. Залить водой? Кого? Меня? Ну не меня же. Лаву. Ну и не меня же. Тебя, наверное, себя, наверное. Тебя, вот именно тебя. Себя. У меня нет такого количества семян. Да, у меня так, огромное количество песка. Мобов. У меня огромное количество песка. Ах ты гадский. Я знаю, у кого семью достать. Дима. Чё, у меня нету. Гони семейки. Нету. Дима, кыс-кыс-кыс. Сейчас да? Я тебя пис-писну, блин. Я сказала кис-кис-кис. Ну, он понял. Кыс-кыс-кыс. Как задолбали чертова моба. Собака. Не даваться реально. О, зомби и скелет ПВПшец. Смотрите, дорогие друзья. Вон они там в углу. Бесит этот дождик. Все, я готова. Вообще круто. Вася упал. Вообще круто. Очень круто. Ну как вам мой домик? Оцените. Фиолетово. Вот кто сюда лаву поставил, а? Скажи мне. Не трогай мою лаву, я ее чтоб поохранял. Чтоб ее никто что-то не убрал. Блин, что-то скелеты в моей шахте лазят. Это я их туда. Слушай, так нечестно. Шучу, как я эти скелетов туда загонить. О, нифига себе, у меня хоромы. Да я замучился их убивать. Что-то походу... О, тыква выросла. Да я не тронул. Сразу бежит, бежит. Тыква, тыква. Да нет, мне вещи свои забрать надо. Мне очень мало семян, так что я посажу самое необходимое, по чуть-чуть. Нет, это я тупанул. Я просто вверх, когда начал воду закрывать, и там наверху скелеты были. Так, чтобы тыкву вырастить, нужно вот так. Короче, эта сторона будет тыквенной. У меня есть костик, к счастью. Вырастим с помощью костей сейчас. Кто это залез в мой дом? А ну, пошло вон. Хорошо, что мои вещи остались.
Настя. А, я ничего не буду брать. Совет. Я просто погостить, как, ну, типа, за... друзья. Гости. На чай, на чай. Не налью, не мечтай. Тортик. А, мне, кстати, еда нужна, чё я туплю-то. У меня еще два хлебушка недоеденных. Надо гнилую плоть скушать. Ты что, сожрал мою гнилую плоть? Почему твоя? Блин, жаль, у меня лука нет с собой. Так, тыковки. А у меня есть лук и куча стрел. У меня зачарованный лук есть. Что, молодец. В этих скелетах? Так, ну что, закончили свои дома, дорогие друзья? Да. Это дорогие Дима? Друзья. Дима. Да, я слушаю. Закончил свой дом? Конечно. А у меня уже тыква выросла, прикольно. Нифига себе, ты ее сам у меня сканул. Я у тебя только две тыквы взял. Да ладно, ладно. Я теперь на семена их пустил, и сейчас тебе два семечка посажу. Но у тебя некуда да сажать. Да не надо, у меня все равно эти тыквы бесконечные. Я тебе в благодарность выращу твои тыквы до зрелости. Ну жаль то, что я арбуза не нашел, хотел арбуза еще посадить, картошку и морковь. Вот, посмотри на свои тыквы. Ой, я теперь их сделал красивыми. Так, ладно, вот это мы заберем. Сюда не, поставим. Подождите меня, я возвращаюсь обратно. Давай. Вон, видишь, какие твои тыквы стали? Всех я костной мукой вырастил. Так, ну у меня тоже есть костная мука. Ты ее не тратил. Так, вот, дорогие друзья, три домика, оцените. Кто досмотрел до конца видео, Дима, показывай свой дом. Вот. Настя, спускайся, пошли смотреть. Пошли. Ну, добро пожаловать. Прикольно. Блин, жесть. Сразу крикнул. Настя подберет, конечно же, дощечки. У Димы взорвался домик. Ну, давай посмотрим, что у него тут. Уютненько вроде. Тут, наверное, было окно. А тут что-то он выращивает. Молодец. А как на второй этаж подняться? У тебя есть второй этаж? Нет, второго этажа нет. Он одноэтажный домик. Ну, крыша мне нравится, как он сделал, смотрите. Прикольная крыша. Ну, в общем, хороший, уютный домик. Оцените вот как... по достоинству. У него случайно взорвалось все это. Ну, просто крипер в моем доме оказался. Ну, ладно. Пошли смотреть Настюшкин. Дим, пошли. Ну, а как мой дом? Ну, потом. Я, правда, еще не обустроил. А вот где у тебя пару. Вход? Ты что, с воды вход сделала? Офигеть, неудобно. Смотрите, тут одна доска, тут две грязи. Недоработано. Ну, маленький уютненький домик. Что ж сказать тут такого? Ну, зато в сундуке хорошие вещи, золотые яблоки. Ну да, яблоко, цветок, пластинки. Зато мы все в железках, смотрите, мы а бро. А ты скрафтила яблоки или выбил? А, ты же сундук нашла этот. Понятно. Ну, в принципе, так, неплохо. Ну, Димин взорвавшийся домик, конечно, да, блин, крипер неожиданно, только дверь открыл. Папуська, оцените по достоинству Настюшкин домик. Вот он, Настюшкин. Так, ну и последний мой. Я его построил в виде суперэффективного домика или корабля, называйте как хотите. Снизу домик, сверху теплица. Громила какая. Несокрушимый корабль, короче. Ну, типа того, да, футуристичный. Я эту систему домов я сам придумал, нигде я не видел. И как-то в один день как-то в голову пришло, а что можно строить вот такие дома. О, тыква выросла. Чё ты меня бьёшь? Я тебя не бил. Это Настя, я говорю. Это случайно. Не я. Так, вот и тут уже тыквы выросли. Балкончик. В принципе, этого домика хватит, чтобы вы пропитались вкусной едой, выращивали здесь вещи всякие там. Я могу жили. Помочь тебе вырастить пшеницу. У меня тоже есть. Я тоже, у меня костяшек много. Я сейчас выращу. И оценивайте домики. Да, оценивайте, дорогие друзья. Вот единственный кость. А, я не могу взять вещи, потому что у меня инвентарь переполнен. К счастью. Или к сожалению. Ну, к сожалению, скорее всего. Мы все в железе. Вот. Выбилось. Давайте здесь тоже пару тыкв посадим. Пусть растут себе. Они же никому не мешают, да? Видно, у меня факелов мало дома было, поэтому.
Может не быть. Нужно еще. А, нет. Хотя... Не жалей, все нормально. Из-за этого Настя, возможно, выиграет. Так, все вроде. Единственное, здесь я обустроил бы сундуки, верстаки, кровати поставил бы. Ну все, всем... давайте, ребят, сюда собираемся, заканчиваем цикл выживаний, соревнований. Можем сжечь потом свои дома, если хотите. Нет, я оставлю. Да? Хочешь, я тебя лавой залью? Вот Настечку можно сжечь. Она слишком приближается. Ну все, дорогие друзья, всем пока-пока. Наш самый лучший фермер, Дима. Наша самая симпатичная девочка, Настя. Ну и я, турбоёжик на корабле. Всем спасибо, всем пока-пока. Всем пока. Пока. Настюш, громче, как ты обычно. Скажи мяу. Мяу.